Здравствуйте, с вами Залман, и добро пожаловать на канал Hunter Zone. Итак, продолжаем. Снег до сих пор валит. Очень странно. Так. Миновали у нас сутки. Так. Наверное, где-то вот так. Так, что у нас по меду? Мед у нас пока работает. Так. Что мне делать? Я не знаю. Мод я так и не поставил пока. Что у нас по скидкам? Транспортный трейлер 19 метров. Ну-ка. Он маленький, да? Да, он маленький. И все, больше у нас ничего нету. Так. Что мне надо? Мне нужен какой-нибудь новый тягач. Что у нас тут есть интересного? Volvo. Что Volvo? Патра. Так. Вот этот International у нас тогда улетел. Сейчас посмотрим, что вообще можно еще. Раз. Ну-ка. Так, и что у нас? Ну, кстати, в принципе, норм. Так. Что мне сейчас еще надо? Давайте возьмем тогда тот транспортный прицеп, все-таки, который по скидочке у нас. Единственное, цвет мы сейчас поменяем, сделаем его. Да, кто-то скажет, что я сейчас впустую бабки трачу, но главное, чтобы не улетел. Все, поехал. Ну, кстати, он достаточно-таки резвый. Хоть и длиннее, чем КамАЗ. Ну, в принципе, норм. Прям круто. Так. Ага, все. Все, погнали. Так. Ну, кстати, он и едет пободрее, чем КамАЗик. Так что, наверное, будем менять свое оборудование с КамАЗа на КРАС. Ну, прям реально, очень шустрый. Помощнее, пошустрее. Ну, с тормозами такая же беда. Так, все, погнали. Так. Сложить. Так. Всё. Так. Всё, вот так вот. Опа. Всё. Поднимаем нашу рампу. Всё, я ее закрепил. Поехали, надеюсь, проеду нормально. А не как с деревом было. Снег херачит. Капец. Так. По сути, я опять просрал все бабки, поэтому надо что-то думать. Надо что-то думать, что-то делать. Потому что есть проблема. Деревом заниматься тоже как-то не очень. Господи, капец какой-то. Что мне делать? Чем заняться? На-на. Нес кабину. Вот так и вот так. Вот ты куда ты прешь? Ты ж видишь, я еду. Нет, не видишь? Слепой? Господи. Скользкая дичь. Может, ты уже поедешь? Ой, господи. А коллизия у него большая. Прям очень большая коллизия. Так. Ну, пока, в принципе, все идет как хорошо. Ага. Ага. А он не поворачивает. Так. Ну, поперли. Возможно, все-таки то, что я взял КРАС, это немножечко минус. Потому что он скользкий. Он как по маслу прям скользит. Ого, у меня тут сухостой рядом с базой. Прям капец его много. Мне даже далеко ездить не надо. Вот куда, что мы сейчас делать будем, ребятки. Ну, сейчас мы тогда... Опа. Запускаем, спускаемся. И будем заниматься снова вырубкой. Зима, не зима. Хоть конец света, работать надо. Все, назад. Давай. Все. Езжаем дальше. А, ну да, его сначала тормозишь, он начинает скользить, нажимаешь газ и поворот одновременно, он начинает как бы себя нормально вести. Ага, зашибись, я сейчас сюда не войду.
Извиняюсь, но походу придется немножечко сделать разворот на поле. Что ты мне там сигналишь, а? Сейчас оставлю так прицеп, и хер вы проедете. Ага. Понятно. А, все, я застрял. Понятно. Так, сейчас мы его сюда запаркуем. О, он только по снегу, короче, скользит. Здесь он сейчас нормально, он. Ай-яй-яй. Да ё-моё. Коллизия вот эта вот у него, конечно, конченая, если честно. Так, давай. Так. Ну, так-то норм, в принципе. Автопарк у меня хороший. Сейчас мы КамАЗик отцепим. Пусть пока стоит здесь. Так. Вот так. Все, погнали. Единственное, что теперь вообще капец. У меня, по сути, крас длиной с прицепы. Ну-ка, сейчас даже вот так встану. Ну да, у меня крас 12-метровый. Капец. Он выше еще, чем КамАЗ, поэтому... Возможно, возможно, будут какие-то трудности, связанные с этой всей фигулиной. Все, норм. Угу. Вот так вот. Прикольно. Вообще круто получается. Все. Так. Все. Короче, сейчас просто, как обычно, начинаю рубить. И все. Так. Так. Сейчас мы, короче, это... Ну, а сколько сюда? 5 или... 4, то ли 5 деревьев уже зафигачил. Сейчас мы их загрузим. И посмотрим, что у нас вообще сейчас крутится. Так. А, Б. Давай, давай, давай. Так, и вот это у нас. Показать. Сейчас мы вот эту еще палочку отсюда уберем. Да, уберем. Вот так. Сейчас подъедем. Итак. Б. Ага. Ну, в принципе, еще два с половиной. Ну, давайте два дерева еще сейчас воткнем. Все. Ну, погнали дальше. Б включить. Икс. Поехали. Так. Икс. Так. Есть, 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 есть. Есть. Все, погнали. Все, поехали. Давай вот так. Не будем далеко отсюда отъезжать. Здесь как раз куча деревьев. Так. Так, 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 так. Вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. Это получается уже 3 дерева есть. Так. Есть. Точно, сейчас с фонариком выйду, проверю, вообще ничего не видно. Надо все-таки яркость реально поднять. Контрастность понизить. Но это решейды, это как бы, ну, не я все делал. Поэтому извиняюсь дико. Все, есть. Л. Б выезжаем, вот так. Т.
Все, норм, погнали. Так. А, все. Так, все, тормози. Так. А. Давай. Такс. Так, показать, поменять сторону. Сейчас мы немножечко. И получается Z. Все, пусть, короче, здесь будет. Ах ты соб... Так, все, есть. Теперь мне надо на лесопилку отвезти. А, стопэ. Мне ж надо отцепить этот. Так, вырубить. Убрать ремни. Да ё-моё. Так, и теперь отцепляем последний. Его я сейчас как раз-таки повезу к нам на лесопилочку. Хотя его, конечно, по-хорошему продать все-таки. Ну да ладно. А, надо вообще как бы утро по-хорошему дождаться. Чтобы... Ой, чтобы уже... Чтобы было светло, мне было понятно, куда я вообще еду. Все, ребятки, у нас утро. Поехали. Поехали, поехали. А я проеду сейчас там. Ладно, хер с ним, даже если не проеду, то читерю и этот мост просто объеду и все. Да, я вижу, что не проеду. Ну а нехер подъезжать. Давай. Рын-дрын-дрын-дрын-дрын. Вот. Все, попер. Так, вот так. Вот хорошо, 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 хорошо. Так. Что у нас? Что это такое? Стой. А, это седло у нас. Дергается. Так, единственное, что как бы мне сейчас развернуться здесь. А я здесь не развернусь. Я здесь не развернусь. Ладно, тогда сейчас подъезжаем, просто выгружаем где-то половину от этого. Показать, сменить. Вот, да. Z. Все, вот так. Все, сейчас мы подзаполним ее. А, понятно. Так что этого дерева у нас надолго хватит. Его погнали на то производство. Так. Так. Поехали. Ай-яй-яй, стой. Ну, погнали. Следующая остановка Плотницкая. Бля, прикольно у него гудок. Куда ты на дорогу лезешь, придурок? Нормас, нормас. Сука. Да, в горле что-то застряло, блин. Да. Во-первых, что с этим? Он их заберет? Нет. Одно забрал. Понятно. Ну-ка, а тут мне покажет? Нет. А, нет, не покажет степень заполненности. Ну, тогда пытаемся продать. Все, пошел. Да ё-моё, хватит лагать, блядь. О, все. 20 кэсов. Норм. Все, норм. Так. А! Ух ты.
и Ахси. А, ну короче, все это на максимум, да? Да, это максимум. Но все равно как-то длинновато у него база для полуприцепов, если честно. Надо, короче, на максимум, чтобы он прям поворачивал как надо. Ну, поехали. Возвращаемся на базу. А там дальше посмотрим, что к чему. Ну, скорее всего, у нас явно так и дальше будет продолжаться вся эта тема с... рубкой, автопродажа, рубка, автопродажа, рубка, автопродажа. И, короче, так до бесконечности, пока я нахер либо не помру, либо дерево на карте не кончится. Ну, думаю, что на этом серию нам пора заканчивать. С вами был Залман, канал Хантер Зона. Спасибо вам всем за просмотр. Надеюсь, вы поставили лайк, написали комментарий и подписались на канал. Всем удачи и всем до новых встреч.